Вита Скалетта? Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Витторио Антонио Скалетта. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Стоять на месте, направо, на другое право. Слушайте, кретины, я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете! Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло, мы вас пустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ладно, поехали. Эй, не
мешок дерьма. Делай, что сказано. Слушай, красавчик, или делай, как сказано, или, пожалуйте, в карцер. За мной. Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Вставайся! Вставайся уже, черт возьми! Ложа! Кто-то поставил... Договорились, мужик. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни, мама была права. Бог он есть. Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил. А это любопытно. Небольшое пари. Надери ему мозги, выжми ему мозги! Давай, тормоз переросток. Выстрел по мозгу с Барбаро, поставь! Дай ему! Это будет попроще, чем когда я твоей мамаши в зад присунул. Петухов на завтрак ест! Убери его, Ани! Набери его, Ани! Вышиби ему мозги! Ну давай, итальяшки! Дай ему! Бей ему зубы! Разойди! Слушай! Пошли его! Брысь! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Закрывай! Унил меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К
тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать «нет» не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Что, уже устал, сынок? Ну уже, посмотрим, как ты умеешь бить. Разучайся, Пепе! Не задирай свою будку, черт тебя дери! Ногами работай, Пепе! Ногами! Малыш, неплох! Ух ты! Только посмотрите! Эй! У нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Неплохо. Хорошо, хорошо. Блин, давай еще два раза. Ой. Бам! Неплохо. Блин, это больно. Так, еще раз, Вито. Бам! Неплохо. Блин, это больно. Отлично! Быстро учишься, сынок! Ладно, ребята, на сегодня хватит! Молодцы! Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же! Этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага, на 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен,
хороший добытчик и вообще. Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберта и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Отлично ты выдал этому Унилу. В следующий раз сделай одолжение. Сверни уроду шею. Хорошо дрался на ринге. Еще немного и будешь готов к настоящей схватке. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы, шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Эй, а китайское печенье из китаёза этого выпало? Эй, врежь ему как следует, вот так!
А я... Почему он не бить стиль тигра? Пошли, Скалета, опоздаешь на работу. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет-нет. Нам бросили вызов черномазы. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя и тогда вали его. Ладно, поехали. Не подведи меня. Смотри сюда! Я отведу эту белоснежку в школу! Я его так отделаю, что родная мама не узнает! Ну что, крететы, сдаетесь? Эй, этот ханыга только ложки наворачивать умеет! Мы размажем вашу белую соплю! Ну, Вито, покажи козлам, где их место! Этот парень победит не раньше, чем братан президентом станет! Не бойся, Вито, ты его как раз уделал! Ну что, котлеты, сдаетесь? А шапку снова брешут, но никак не упутят, а? Мы размажем вашу белую сопну. Эй, этот ханыга только ложки наворачивать умеет. Да, молодец, братан, так и все. Да этот парень победит не раньше, чем братан президентом станет. Ну же, Вита, ты можешь лучше. Ну, Вито, покажи козлам, где их место. Что, котлеты, сдаетесь? Не бойся, Вито, ты его как раз уделал! Мы размажем вашу белую сапку! Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила! Давай, Вито, хватай его и добей! Сейчас, сынок, вырви его на этот прочь. Парень победит не раньше, чем братан президентом станет! Молодец, малыш, молодец! Твоя доля, Вито, ты заработал! Шухер, синий идет! Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета, к тебе пришли. Привет, Вито. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вито. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай не будем. Вито, я на самом деле...
Из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вита. Уже несколько недель болеет, и лучше не становится. Так, Франни. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вита. Нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вита. Пока. Пошли, Скалета. Сортиры сами не помоются. Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Ладно, какое тут унылое безкультурье. В чем дело? Драй давай, хуже будет. Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял? Сходи, булками, что ли, а? Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему, или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты. Ясно. Значит, по-плохому. Шоу начинается. Потанцуем, сладкий мой. Быстрее, Джо! Времени мало!
Оно повторись, сладкий, меня заводит. Давай, вали его! Дьявол, а парень-то боец, а? Так, это что еще такое? И где Фрэнк? Давай, парень, с песней. А, еще, в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, О'Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Эй, О'Нил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Иди сюда, Мэри! Еще сильнее! Умничка, Мэри! А, да меня бабуля колотила больнее! Не думаю! Давай, слизняк, еще раз! Тут тебя охрана не спасет.
этот раз я тебя прикончу! Это все? В этот раз я не буду нервничать. Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, — это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клементе есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи — человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я канцелярия Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев, и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй.